Смысла по нему пока стрелять нету. Мы будем сейчас работать по приоритетным целям. Блин, тут мин, конечно, ставили. Попробуй. Еще не получить урона лишнего. 2600, хорошо, флагоноса сливаем. Так, Тески 1300 дал. Еще сводимся. Добавляем, добиваем, уничтожаем. Пробуем. Крусейд раздамажил. И возврати. Красиво залетел. О, против группы. Интересно будет понять, на что способно устройство копье из нового мероприятия. На вашем экране появляется информация с преимуществом и недостатками об этом устройстве. Форматик захват флага. Как раз таки быстрое наведение по противнику должно быть вполне, наверное, эффективным. Проверим. У нас 4 ракеты в залпе. Не так много. Но, наверное, порой должно быть эффективно. Играем защитником с корпусом Хоппер. И также, конечно, со скорпионом на копе. Так, 1400 винсику. Быстренько сейчас 2300 даем. Еще накидываем. Можно добавить Хантера. Ой, тут Тесла рядом. У нас уже появилась. Сыпными молниями отыгрывает противник. Так, 2300 дал. Ребята уже со спасателями играют. Пойдет. Так, можно навестись, кстати, залпиком. По Арасу 1600, да, залетело, по-моему. То есть цель у нас в первую очередь это легкие танчики. Возможно, какие-нибудь средние. По тяжелым, конечно, будет тяжеловато. Не так много урона залпом. Как это у нас урановых, да, там 16 ракет. Тут лишь 4. Так, отличненько, Хантера добиваем. Можно, наверное, сейчас за флагом будет съездить. Как раз таки флажочки разблокируются. И попробуем тебя проявить. Так, еще и Жига тут рядом. Жигу добивает. Туристам от Скорпиона пока 2 защиты. Вроде как немного. Так, 1300. Давайте сведемся, может быть, по хоречку. Хоречка и так добивает. Есть тут Васпик, ДДшечку Васпик прожимает. Зря. Сразу же наказываем. Видос попал, Леня? А вот не знаю. Наверное, попадешь в видеоролик. Ребята, которые с нами, в видеоролике окажутся. Поэтому передаем им огромнейший привет. Так, Васпику. Васпика ваншотаем. Там противника сейчас, если найдем, может быть, сведемся. Пока не вижу противника. Первая доставочка флага, наверное, будет. Есть Фризика. Фризика наши ребята добивает. Давайте еще дадим. У нас, кстати, ребята тоже играют с копьем. Вот Хантера, кстати, можно вот так вот быстренько. Два копья, отличненько. Добиваем, шикарно, отправляем на респы. Хантеру добавляем сразу с респов. Отправляем на респ. Давайте Арасу 1000 добавляем. И еще можно добавлять. И можно свестись, добить его, попробовать. 1600. Чуть-чуть не хватило, но у них хп оставляем. Еще есть неуязвимость, у Хантера рядом появляется, который не дает мне попасть по противнику. Так, 2300 практически перенули. Вот тут минок наставили, ребят, много. Минера, что ли, уже появляется против нас. Так, вижу Фризика с Фризистом. 700 крит залетает. Неплохую башенку сразу отрываем. Пойдет. Это мне уже больше нравится. Так. Талк, надеюсь, что Рису разберет. Сам Фризик уже залетает. У меня есть оверрай, который было бы желательно где-нибудь при атаке реализовать. Сливаем, 1100 залетает. На вскидку очень выстрелы неплохие, достаточно частый крит, позволяющий противника где-нибудь, возможно, добить. Может быть, сведемся без ДДшечки. 100 урона залетело, но это без двойного урона. Еще и противник спрятался. Ну, довольно быстренько наводится по противнику. 4 ракетки, там ребята уже сосулечку зарядили неплохую. Давайте викингу добавим. 2800 залетело. Можно по тесте добавить. Вот таким образом, по 300 немного, но мы с вами, в принципе, даже осилили и уничтожили. Так, хантеры без припасов остаются. Наши ребята добивают. Там флажочек держит ребята, которые, возможно, если биты, то попробуем сейчас вернуть. Не получилось. А если вот так вот? Добавить урона не вышло в прыжке, к сожалению. Хотя там наш сейчас шафт, наверное, вернет. Уверрайв, кстати, падает. Попробуем. Так, Леня, который решил видеоролик попасть, но при этом пока что показывает самые плохие результаты в нашем матче. Это как так работает? Волнуется, что ли, парень? Переживает? Так, хантера мы сейчас накинем. Попробуем. 1000. Осталось отлично. Нашу добивает. Так, ну, с этим оверрайвом наверняка должны возвращать. Если предыдущий оверрайв нам не поспособствовал при возврате, то с этим оверрайвиком шансы у нас должны быть. Так, так, ребята уже на мамонтах переворачиваются. Призику добавлю. 2300. Шикарно. Арсу еще добавляем. Наши тут ребята вернут. Уже даже оверрайв не нужен. Отлично. Так, там хоречек, молот, отлично. Вроде ребята должны аж при этом доставлять. Шикарно. По рейсам, кстати, уже 4 защиты от нашего оружия не берут.
все больше и больше резист становится от пушки, которая начинает противника нашего напрягать. И у нас в команде тоже как минимум одно устройство такое имеется. Так, диктатор, давайте наведемся максимально быстренько. Оп, по 200 урона. Блин, урон, конечно, в залпике не такой существенный. Больше нацелен на уничтожение для реально легких целей. Да, там какие-нибудь васпики, хоппер, хоречки, которые на вашей базе оказались, флажочки подобрали, довольно быстренько могут уйти. И благодаря этому устройству, конечно, можете их поймать, просто воспользовавшись залпом. Так, Крусейдеру 2800 дали. На вскидочку выстрел, конечно, серьезный. Еще 2300. И добиваем, шикарно. Так, Фризика можно навестись, попробовать залпиком раздамажить. По 800, кстати, залетело. Отличненько, 1400 дали викингу. Так, тут мамонт, попробуем прыгнуть. К сожалению, не успеваем, тут мамонт просто нас успевает вместе с лицо добивать. Оверрайв, кстати, летит, надо вот попробовать забрать оверрайвик. По контролю оверрайва у нас вроде как все неплохо. Опять же, если в вашем случае вы будете предпочитать использовать бустера, да, бустер наш, как вы помните, повышает урон, а я играю защитником сегодня, который не влияет никак на наш урон, то, конечно, цифра чуть-чуть будет поинтереснее. Можно, кстати, попробовать для эксперимента, да, взять дрон-бустер тоже, чтобы была разница видна, как это с защитником играется, как это с бустером. 1100 очков, точнее, урона залетело. Попробуем с овердрайвиком на возвратике что-то сделать. Ну, и минер там, кстати, наверное, противником используется, да? Минки порой появляются противника на его базе. Залетело по крусейдеру неплохо. Отличника добиваем. Ареса можем еще свестись. Отлично. По бровочке, если получится проехать, то, может быть, даже возврате какой-нибудь получится сделать. Вот таким образом. Оп, прыжочек делаем. Раздамажили чуть-чуть. Ну и, ребята, наши союзники, может быть, вернут. А тут даже киллзоны нету. Отлично уничтожает, и мы берем тогда бустера, быстренько попробуем как раз вовремя дрон поменять, и на возврате, может быть, с дополнительным уроном залететь и помочь тиммейтам. Так, Халк там держит флажочек на крусейдере, у нас парниша. Васпика, сведемся с бустером. По 200 залетел, но не так много. Еще и с резистом наверняка парень, возможно, еще и защитник какой-то игрока. А нет, у нас, во-первых, и дрон не поменялся, у нас же бустер до сих пор не установился. Да ладно, у нас пока что по-прежнему защитник установлен, двойная броня активирована, движка двойная не включена. Так, резистов сколько там уже? 4 штуки до сих пор. Ну, резисты прям уже встречают. 700 залетело. Под критом неплохо. Так, сведемся быстренько по мамонту. 1600 залетело. Добавляем отличник, отправляем на РСП. По легким таким быстрым целям. Хотя мамонта, конечно, много брони, но передвигался достаточно шустренько. И мы его разобрали. Так, хантера там добиваем шикарно. 1100 даем. Вижу васпика, кстати, по которому довольно легко навестись. По 100 урон залетел, но я уже без двойного урона и без повышенного КД припасов. Сейчас ЗДшечку дождемся и попробуем к ним ворваться. Там как раз таки дружные ребята держат. По поводу сплэшика, ну не сказал бы, что прям какой-то безумно огромный. Чаще всего после залпа урон только лишь залетает по одному противнику, да, по одной цели, которая была вами как раз таки выбрана для наведения. У меня уже есть овердрайв, по идее должен сейчас как раз таки установиться бустер. И с бустера, может быть, если получится, то мы увидим разницу. Так, мамонт уничтожаем, хантера давайте там с резистиком или без реза, он 1300, уже не 1100 залетело. Отлично. Так, где там противник, вижу викинга, теслу, давайте наведемся. По 450 чуть-чуть увеличился урон с плешиком, уже задеваем противника рядом стоящего диктатора. Еще 652 залетело, хантеру. Добавляем 2600 отличника. Наши ребята на компьютер тоже, кто использует, неплохо уничтожил оппонента. Такс. Попробуем пробраться. Аккуратно, нас тут не ожидают, может быть, видеть. Отлично. Давайте прыгнем, уничтожим минера. Минера хоть и уничтожили, но минки не пропали. 2000 урона ему дал. Так, аккуратно пробраться бы отсюда. И выехать, блин, ну тут так стоит минус, что я не выйду, наверное. Зато у нас шафтик какой-то лечит. Шафтика, может быть, еще полечишь? Шафтик, хорош. Давай еще полечим, мужичок. Так, по хантру найдемся пока. По 900, по 400 летело. 1700, больше половины сняли. Это с резистом хантры был, но без брони. Там оверка валяется. До овердрайвика бы хотел бы добраться первым, чтобы противнику не оставлять. И под атаку это все использовать было бы грамотно. Так, викингу давайте наведемся. 234, лишь один залетел выстрел. Этого мало. Хочется побольше. Так, хантера мы добиваем даже и без алпа. Давайте попробуем сейчас еще кого-нибудь, возможно, выцелить. Крусейдера попробуем. Раз, крусейдер еще и даже хватает урона. Отлично. Так, ну через стол ехать, наверное. Хотя можно попробовать, да. Можно, кстати, объехать. У нас же хоппер. Хоппера мы не просто так взяли сегодня. Надо пользоваться возможностями. Хоппера вот так вот проскочить можем.
Мы с вами раз. И прыжочком просто через голову противника. Без аптечки. Увозим флажочек. Отличненько. Тесли дали 1300. Рельса добивает. Халк должен подбирать флажочек. Главное не промахнуться. Там Васпарейса гонится, но Вимер сливает его. Отличненько. Ну и доставочка. Хотя там противник еще есть на базе. Быстренько попробуем, может быть, навестись. Наводимся. Отлично, с бустером. Еще добавляет 1000. Даже 1500 залетело. Так, у нас на базе там уже еще несколько противников остается. Главное, чтобы наши вернули. И нашим бы еще помочь. А флаг мы отвезли на фабрику. Я думаю, потеряли. Нас вернули, по-моему. Кантера раздамажил. Давайте Васпика сведем. Попробуем с ДДшечкой. Чуть-чуть раздамажили. Но некоторые, конечно, выстрелы залетают, видать, в крышу. Поэтому не все по оппоненту попадает. 700. Крит залетел. Неплохо по статистике. 28 миклов, 500 очков. У нашего игрока, который играет тоже примерно в таком же сочетании, комбинации, результаты подобные. 2 минуты до конца. Дашечку забираем, нетру подбираем. И будем сейчас корёчка быстренько сводим. Плакат, конечно, удачно поставил. Отлично, 2600 залетело. Плакатик спасает команду противника от возвратика. Так, Хантера там и так разбирает. Ну, возврат должен быть, по идее. Да, тут наших очень много. Возвратик делаем прямо перед доставкой. Флаг-то у них на базе был все это время. Тесла мы добиваем. Попробуем нашим ребятам сейчас помочь. Возможно, какую-нибудь скидочку быстренькую, бесспортивную, хотя там флаг наш ушел. Хантеру дал 2600. Попробуем на возврат, может быть, ездить. Ближе не бою. У меня только драйва нету. Накинем урончик. 454 залетел. Еще бы урончик по Тесле. И было бы супер. Так, прожму овердрайв, может быть, успею. 2000 урона даю. На 0 хп оставляю, если наши сумеют. Как-нибудь быстренько, там наш вроде тиммейта есть. Так, ну Леня что-то себя плохо показывает на изитке, с вампиризмом играет. Видать, разволновался. Узнал, что видеоролик снимаем, попал. Видеоролик Леня, но показал себя, конечно, не с лучшей стороны. Так, титанчику добавляем урона. С регистром 50%, конечно. Смысла по нему пока стрелять нету. Мы будем сейчас работать по приоритетным целям. Блин, тут мин, конечно, ставили, попробуй. Еще не получить урона лишнего. 2600, хорошо, флагоноса сливаем. Так, Тесли 1300 дал. Еще сводимся. Добавляем, добиваем, уничтожаем. Пробуем. Крусейд раздамажил. И возвратик. Шу, красиво залетел. Возвратик сделал. Еще шаптик нас, по-моему, успел подлечить. Шаптик, конечно, красавчик. Командная игра присутствует в этом матче. Так, шарик там вроде как не запустили. А наши будут доставлять или нет? Сколько мы уже раз вернули, при этом почему-то доставки не все мы делаем. А наш спит Вова. Вова, просыпайся, флажочек мы вернули. Давай, давай, мужичок, надо вести. Поскорее. Ой, еще и залетает. А мы, кстати, снимаем видеоролик на стримчике. Ребята тут еще поддерживают. И обязательно не забывайте залетать на наши прямые трансляции по вечерам. Спасибо огромнейшее за поддержку, сделаем. Сейчас как раз таки доигрываем матч. Сделаем уже выводы по поводу нашего сегодняшнего устройства. Так, возвратик надо быстренько сделать. А возвратик, наверное, уже никто не успеет. 1300 даю. Тесли еще добавляем. 450 залетел, 1300 еще Тесли дал. И еще один бы успеть. К сожалению, урон не залетает. Жалко. Ну, в целом, что я могу сказать? Что в форматике, конечно, в котором достаточно много игроки используют там активные какие-то вооружения. Ловкачи, дроны, да, хопперы, васпики, харьки. Да и в целом, тяжелые танки не так часто используются, хотя и были они. И даже с реистами и с минками, то устройство вполне неплохое. Опять же, конечно, залп не всегда показывает себя, реализует на все 100%, да, порой бывает, что ракета не долетает до противника, или же урон имеет не такой существенный, конечно, в зависимости от резистов наших оппонентов, но вполне играть можно, то есть тут уже надо смотреть, для каких целей вы используете, и если же такую активную игру вы предпочитаете ездить в атаку, быстренько сводиться и при этом на маленьких дистанциях, то вариантик может быть достаточно неплохим. Но все зависит, конечно, от ситуации и от ваших целей на карте. Поэтому поддерживайте видеоролик лайком, делитесь своими комментариями, напишите обязательно в комментариях и черканите, на чем вы предпочитаете играть с пушкой Скорпион, возможно, с какими вооружениями, в формате, заход флага. Да не только, но и какие устройства еще было бы интересно в ближайшее время на канале увидеть. Также, в свою очередь, не забывайте о том, что вы можете поддержать канал, став спонсором того или иного уровня по вашему желанию. Ну и, конечно, тем самым получить дополнительные бонусы в том или ином виде, о которых вы можете ознакомиться по ссылочке в описании. Ну и, конечно, тем самым мотивировать меня на новые ролики по танкам онлайн. С вами был Immortal Hero. Желаю всем хорошего дня, ну и до скорых встреч.